вся боль в одном видео. Ух. Так. Не, ну... Минусы будут. Этот пук был смертелен. Почему это так смешно? Почему она падает, просто садится на нее? А, я понял. Ну мы же знаем. Оптимус, у Оптимуса должно быть чуть-чуть побольше. Вот это движение. Вот это движение. Вы никогда не видели тверкоты орла? Я тоже не видел. Сначала так делали птицы, а теперь делают люди. Почему так? Это что за Роналдиньо? Что-то не смешно. Что-то я не засмеялся, ребят. Что-то вообще не смешно. Так. Super topísimas. Arranco todo. El peinado, bueno, no está muy. Она бровь сбрил. Молодец. Ну, не сдержался. Не сдержался, братишка, не сдержался. Ну, а как ты сдержишься? Понимаем. Тяжело. Выбросил это. Попробовать потяжелее немножечко вес взять. Хотя бы на два деления. Опа. Нет, пока еще рано. Нужно попробовать потяжелее немножечко вес взять. Ограничитель сработал. Поэтому в залах громкая музыка. Вот это просто, просто наивкуснейшая какашечка. Просто это дубайский, не дубайский шоколад, это дубайский круассан утренний. Он такой карамельный. Йоу, ребята, посмотрите. Ням-ням. Короче, АХ в пятой степени, если кто не знал. Вообще-то так и делают, кстати, да. Это база. Банк наступил. Как мило. Чё-то перерока соседка по парте всего аппетитнее. Сзади уже съели соседа по парте. Ням-ням. Зажмурь глаза на 65%. Спасибо, я понял. Она прикалывается, я так понимаю. Это тоже больно, когда ты не можешь попасть в глаз. Это так приятно. Неожиданно и приятно. Он не мог начать. Но он быстро заканчивает. Это не еле стаю, ребят. Это не еле стаю. Обзор для листывания рилсов на рилсах. Почему ты так долго была в туалете? Что происходит? Обалдеть. Там просто битва роблоксов. Там 20 атмосфер у 7-летней школьницы. Молодец, девочка. И в школу ходит, и ракеты запускает. Вечный двигатель. Так идет в столовку первый класс. Еда! Еда! А как второй? Боже, сейчас опять что-то не то дадут.
Вообще-то 11-й кричит «Еда, еда». Вот это год, вот это год. Чётко. Южно Бутово мне нравилось больше. Что? Что, простите? А так все красиво начиналось. Когда включил два телевизора и пытаешься видеть, что не показывает одновременно. Да, да, было, было, было. Жесть. Она поднимет? Она поднимет. Вот это сила. Сила. Когда мамка носила. Мама, осенний совет. Если тебе станет холодно, пухни в пальто и станет теплей. О! Это, знаешь, по-другому называется «подбавь газку». Гениально! Вау, слушай, девочка выдала базу. Это вот надо запомнить, правда, холодно, поддаем газку пухни в пальто и становится тепло. Годный лайфхак. Класс. Обалдеть. Это кот. Сокровищ. Если у вас что, постоянно что? Потеет между ног, то это видео точно для вас. Нашла на Wildberries такие трусы. Ваша Матильда между будет. Ног будет точно в восторге. Потеть на точно не в описании будет. Профиля. Если у вас постоянно в описании профиля, между ребят, ног, то это видео подписывайтесь на Дзен тоже. Ставьте лайкос. Ставь лайк, если бы хотел такие. Ставь лайк. Кто не поставит, у того таких не будет. Если у вас постоянно классные мужские, а термо ног, такие есть. Я надеюсь, что найдем термобелье. Добавляешь креветок, специи, солишь, перчишь, и пальчики просто пальчики оближешь. Делаешь яичницу, добавляешь креветок, специи. Алиса, тебя зовут Алиса? Сосала? Меня зовут Алиса. Хотите еще о чем-то спросить? Сосала? Ну да. Алиса! Перехитрила. Алису не проведешь. Ой, ворвалась. Извините. Вот, а почему они нарушают, так сказать, личное пространство? Зачем они открывают, если там человек находится? Не понимаю, зачем. Вот вижу, то что-то торчит. Так отберу, вытаскиваю. А тут вот эта фигня. Я доширак. Он что, утонул? Утонул, мама, я утонул. Она сейчас уронит его. Она сейчас его уронит. А, ну, это база, как обычно, одна на зря никогда не работает. Ну, все. Когда ты проснулся, чувствуешь, что тебе больно глотать слюну. И ты опять заболел. Надо горло прополоскать просто, и оно пройдет. И несмотря на боль, зачем-то ты все равно миллион раз глотаешь эту слюну. Пожалуйста, уберите от меня это. Это друзья, да? Ой, я так понимаю. Он не боится. Какой он огромный. Жесть, помогите мне. А, и дальше пошел спать, правильно?
Конечно. Ну а что он делает? Он просто ползает, да? Он не кусается. Мое лицо. Я терпеть не могу тараканов. Вы любите тараканов? Обожаю. Избалованные дети. Так же мы с сестрой в детстве. Да-да-да-да-да, аскорбинка. Ревит. Банку мог съесть. Как же задолбали деды, ностальгирующие по своей нищей жизни в детстве. И запить это все сервахом доктор мама откашляет. Он вкусный, но он вкусный. Эти баночки ревит, это просто слюнки потекли. Ставь лайк, если старый дед, и сразу вспоминаешь этот кайф. Зубочек, ты? Бомж. Як я так на нас падшат? Я просто поплопаю. Смотри, прикол, они двигаются в том направлении, в котором ты двигаешь пальцем. Да, реально, это работает. Как это работает? А вот так это работает. Это очень высокоинтеллектуальный мем. Чайные пакетики придумали в 1500 году до нашей эры. Люди в 1499 году до нашей эры. Поняли, да? Это очень интеллектуально. Бу! Испугался, не бойся! Вы тоже на толчке сидите, признавайтесь. Признавайтесь, выходите, нельзя долго сидеть на унитазе. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж? Будьте осторожны, но это боль. Спокойной ночи, моя девочка. Я приду в твой сон. До встречи. Опять долистался до премии. Всем спокойной ночи. Я спать. Страшно, очень страшно. Дубайский шоколад. Ням-ням, вкусненько. Ням-ням. Без комментариев. Внученька, я перепутала, не тебе хотела позвонить. Фу, ну бывает, почему нет? Всех по-моему, так у всех бабушки просто одни и те же, я так понимаю. Ребята, сегодня 8 марта, я подарил своей девушке цветы. Тебе нравятся цветы? Да, спасибо. Они созданы друг для друга. Это шедевр. Да. У жених Мего. Бу! Испугался, не бойся! Боже, надеюсь, это ружье. Девочки, вы также рисуете стрелки? Напишите в комментариях. Что будет, если... промазать, а? Ну замажь целое лицо ты. Это боль. Это реально боль, чуваки. Это просто боль. Ну как быть-то? Ну с одним глазом пойдешь ты тут. Ну вообще, ну жесть.
Ну та, то хоть кто хотя бы не стирай. Давай, соберись. Давай, соберись, мы за тебя болеем. Это будет продолжаться бесконечно. Я чувствую эту боль. Я вас понимаю. Никогда не пропускайте видео на фоне пляжа. Спасибо. Принцессы не пукают. Значит, это кто? Правильно, не принцесса. Корова в тему. На самом деле это плохо, знаете чем? Гидроударом. Они его просто залили. В следующий раз откройте окно, чтобы могли бы лучше видеть. Это круто. Оригинально. Это боль. Вспоминать это. Было так, было дело. Обалдеть, эта штука была, короче, я не мог последнюю штучку загнать. Это очень тяжело. Это безумно тяжело. А потом они все расплескиваются. Он сделал это. Не, ну это было круто. Это было круто. Однозначно лайк, если вам понравилось, обязательно ставьте. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Дзен, подписывайтесь обязательно на телегу, чтобы вообще не потеряться. Забывайте о целом плейлисте с этой болью, с этими ржаками. Заслуживает внимания. Вам понравится. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы. Сверху списание вас, а снизу еще одно видео с болью, которое я для вас соберу. Так эти вам понравятся. Голос сел, ребят, простят вам счастья, успехов, всего самого лучшего, берегите себя, себя и своих близких, будьте счастливы, будьте, конечно, здоровы, и увидимся уже в новых видео.